Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я вернулся непосредственно с колледжа, с семестра. Все экзамены сдал успешно, и практику тоже. И поэтому пришло время для, как достать квартиру, закончить пора уже ее наконец-то. Осталось три уровня, и первый у нас это, короче говоря, клоун. Короче говоря, давайте посмотрим, короче, что это вообще. Нажимаем играть. Фокусник Билли Бам по кличке Трактивидох во время выступления неудачно распилил Клару Захаровну. Пока бабушку сшивают, посмотрим, каких пилюлей выпишет Трактибедоху младший звездунов. Жесть. Ладно, посмотрим сейчас. Так, здесь... Так, знаете, что надо сделать? Наконец-то правильное разрешение выбрал. Короче, пришлось сделать низкое разрешение, потому что иначе я не достану, не дотянусь до этих предметов никак. До ключа гаечного и масленки дотянусь, а вот до желтого ключа золотого не до, его никак просто не достать. Был у нас во время прохождения уже подобный инцидент, когда нам пришлось понижать разрешение. Кстати говоря, блин, локация прикольная, арена такая вот здоровенная. И, кстати, музыка из первого уровня играет у нас. Давайте, короче, соберем все вещи. Фотография. И вот эта фигня. Бутылка с горючей жидкостью. Почему камера туда переключилась? А, это я сам, наверное. Неудобно, неудобно здесь управление камерой просто, поэтому... Ой, я надеюсь, он туда не пойдет. Нет. Итак, идем сюда. Сейчас разберемся, что с какими предметами делать. Я пока не совсем понимаю. Давайте гаечный ключ, например, вот сюда. Ой, блин! А как он меня там мог увидеть и сразу же показаться? Эй, какого фига? Эй, а какого фига? Блин, а я там сейчас окажусь. Локация прикольная, но неудобная. Очень. Нет. Масленка. Масленка подходит. Хорошо. Не-не-не, туда не ходи. Ключ, я так понимаю, ну открыть клетку эту. С вот этим зверем. Других вариантов я не вижу. Никаких. Так, пока он ходит туда, мы можем... А, он не ходит туда. Так, посмотрим, что тут. Ну, наверное, сюда, возможно, это. Хотя... А, да, точно, точно. Магическая коробка. Сначала думал ее, но решил фотографию начать. О, так, еще подошло. Ну и, наверное... Так, вот гаечный ключ, к чему не помню. Не знаю, точнее, я не проходил этот уровень. О! А, наверное, на этот. Отлично, быстренько разобрались мы. Но локация неудобная, прятаться тут почти некуда. Ну-ка, что будет? В смысле, ничего что ли не будет? Или это потом сработает? Потом сработает, наверное. Господи. Кстати говоря, да что ж ты будешь делать, а? Это... У меня в пятницу, в эту, 2 июня, будет день рождения. Возможно, я в честь этого проведу стрим, но не уверен, потому что есть еще вероятность, что я в этот день поеду в деревню. Кстати, давайте, раз уж мы достали все предметы, давайте разрешение поставим обратно нормальное.
Давай. Грозись быстрее. Ну сколько ждать? Давай быстрее. Давай, подгружайся. Во. Во, хорош, теперь разрешение нормальное. Алле, хоп, блин. Что это такое? Ой, господи. Еще один плачущий, что ли? Пропустить, да. Сейчас выскочит и нападет на него. Да, а... Не напал. Я думал, нападет. Так, смотрим, что дальше. Этот уровень довольно легко выдался. Давай. А кто кричит? Зрителей же нет. Ой, ё-моё, прям... Прям слону в задницу. А слон не пошевелился даже. Обалдеть. Так, ну еще две пакости. Ой, три, то есть три. Вот с батутом, с велосипедом, а еще с чем я не помню. Оба! Оп. Влетел куда-то там. Вот велосипед вот этот, а еще с чем? А, с этим. И че, блин, за бред? Так, ну и велосипед. Давай на велосипед. Карамельный твистер велосипед, блин. Кто ему аплодирует? Нету зрителей же. Это как это... В телепрограммах там своя игра, например, где зрителей из-за коронавируса не было, там аплодисменты искусственные были. И здесь, наверное, так же. Наверное, он не может выступать без аплодисментов и это, ликования. Так, отлично, этот уровень прошли, давайте следующий. Так, это... А этот мужик из семьи профессора Тедилюбовых, или как их там? Он по обнос что-то пробубнил, я не услышал. По кличке Гринпис опять умер скунс. Теперь соседям в очередной раз приходится передвигаться по дому в противогазах. Кто же отомстит за испорченный воздух, если не... Естественно, не Вейнрук. Хочешь узнать, что будет дальше? Смотри реалити-шоу «Война с соседями». Так. Так, ну-ка. Ну... Так, посмотрим, что здесь можно взять. Вот эту локацию я даже плохо знаю. Так, это... я думал, это взять можно. Ничего на столе взять нельзя? Посмотрим, что тут тогда. Так, вот это садовые ножницы. Вот это доги какой-то. А, консервы для собак. Ну, доги, это дог. Собака, это дог. Поэтому я, соответственно, подумал, что действительно... Не знаю, давайте ножом вот это попробуем. О, подошло, ничего себе.
передавайте сюда, наверное, он дальше сюда пойдет. Консервы, может, сюда. О, точно. Ну, потому что в миксер всякое говно подмешивать это. А вот ножницы куда, не знаю. Но разберемся. Так, что сейчас будет? Как можно крокодила держать, все, я не понимаю. Он же тебя съест. Потом. А, ну у него мера предосторожности, но все равно, зачем он это делает? Ага, вот. А, и она сейчас... Жесть. Как у него рука целая еще осталась? Я не понимаю. Ну как пакости? Здесь всего 5. Смотрим, что тут можно сделать и взять. Банан... Суп с бананом и собачьим кормом, блин. Тьфу ты, гадость какая. Вот, блин, я так и думал, что сейчас убежать не успею. Что-то я не знаю, где еще предметы есть. Ладно, что он там делает вообще? Ладно, пока просто пошарим, что можно с этим. О, вот это взять можно. С очком им можно что-то, наверное, достать. Ёшкин кот, ничего себе. А здесь можно что взять? Вот это, наверное... А, нет, не берется. Вот это можно взять. Собачий корм снова. Вот, блин. Слушайте, давайте заново начнем. Я загляделся и не увидел. Сделали одну пакость, ну ладно. Сейчас с остальными разберемся. Тоже. Так, нож. Вот это. Вот это. Сразу сюда, потому что, судя по всему, он оттуда идет туда. А не сюда. Как я догадываюсь. Есть еще что взять, что можно? Валерьянка. Куда ее можно применить? На этот аппарат нельзя? О, на эти фигни можно. Ну уж нет. Нет? Ну, садовые ножницы тогда. Может... А, можно садовые ножницы, да. Ой, да что ж ты будешь делать? Ну вот кто знал, что он пойдет сюда, а? Я думал, он пойдет туда. Вот непредсказуемый этот мужик. Фиг знает, куда пойдет. Ладно, но мы, по крайней мере, что-то тут сделали. И сразу же вот это сделаем. А, вот это, вот эту штучку, наверное, в ту фигню. А, трубу сорвало, что ли? Вроде трубу сорвало ту. Насколько я заметил, по крайней мере. Так, теперь посмотрим, что можно сделать здесь. Это что? Аквариум с пираньями.
возьмем пираний. А здесь аквариум, ну здесь видно, что не пираньи, так что, наверное, их надо сюда. А, и туда. А почему корм сам по себе туда насыпался? Что за ерунда произошла? Я нифига не понял. Я это видел уже, но почему пропустить нельзя? Так, давай. Мы это уже делали. А теперь вот это. А и рыбы тут дохнут, что ли? Я не вижу здесь воды. Голос, кстати, у него не похож на тот, что был в вступительном ролике. Ой, сейчас жестко будет. А, телефон упал туда, или что это такое? Ну это бред какой-то, ну зачем? И рука сразу это воскресилась, так сказать. Ну бред какой-то, зачем такое? Была такая пакость в обычном, как достать соседа, в первой и второй части оригинальной. Мы бы ничего такого бы не увидели. Ай, да что ж ты будешь делать, а? Неудобная камера здесь, вообще неудобная. Теперь только бы в третий раз не попас. О! Этот запах, видимо, привлекает. И спряталась под шляпу под его. Здесь сразу встанем на всякий случай. Фу, а, я уже бежать думал. Последние пакости и все. Последний уровень там будет, в котором пакости всего 4. Отлично, и остался последний уровень у нас. Вот такой вот, собственно, чувак, некрасивый. И давайте посмотрим. Телеведущий Борис Латентный жестами признавался в любви к главе семейства Звездуновых. Посмотрим, как старший Звездунов отобьет у телезвезды желание. Хотите? О, блин. Смотрите ночной выпуск реалити-шоу. Ужас какой, блин. Я думаю, вы знаете, но я напомню еще раз. Максимадзе всегда был и будет против геев, лесбиянок и гомосеков и так далее. Категорически против. Так, ножнички. Блин, я сейчас прям на него иду. Нет, заново.
Заново, я не... Мне кажется, я не все предметы еще собрал в той комнате. Прогноз погоды. Че, на каком языке говорит? И, кстати, почему у него текстура такая попорченная? Почему из ноздрях какой-то белый свет? И почему галстук так моргает? А, ножнички здесь же были. Спокойно. Какая рыжая у него, е-мое, я просто угораю. Я, по-моему, здесь нет ничего, ничего больше нет. Вот это взять можно. Только бы не попасться на глаза. Блин, как он ходит, тут еще плохо. А теперь идем сюда. Бла-б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 ла. Что за телеведущий такой? О! Что же? Да-да-да, сейчас ножнички, наверное. Хотя, наверное. А, да, подходит. Здесь ничего нельзя взять. А, вот это. Я помню, диск был. Не мог вспомнить, где диск. Я просто видел прохождение последнего уровня. Так. А, гаечный ключ куда-то сюда, по-моему. На эту фигню ставится. Спокойно. DVD с музыкой. И камеру туда. Ой, вот мы и попались. Надеюсь, мы окажемся в той комнате. Отвратительно. Фух, я оказался там, где надо. Камеру сюда ставим. Спокойно. Блин, нифига. Какие звуки он издает? Странно. Уволить бы этого телеведущего. Встанем давайте туда, в уголок, чтобы нас не заметили. Что это, блин, было сейчас вообще? На тебе, скотина. Ты чё удумал тут, блин? А, кстати, это же... А вот этот мужик, это же тот директор, который во вступительном ролике принял наших героев на шоу. Как достать квартиру, война с соседями, там все дела. Что он здесь делает, я не знаю. Он поет, что ли? Какое отвратительное. Ну и последняя пакость, которая, возможно, покажет, как плохо быть гомосеком. Не, что-то текстура у него фиговая, у него ноздри прозрачные. О, отвратительно, как отвратительно.
А, попался. Гомосек. Гей! Наконец-то, все, игра пройдена. Ну вот, собственно, все, игра пройдена, такой вот финальный ролик был. Но в концовке есть очень большой минус. Почему нам не показали в итоге финал истории-то? Где финал истории-то? Почему нам не показали финал истории? Выиграли ли звезду новую квартиру в центре Москвы? И вообще, вот этот мужик в вступительном ролике появившийся, из-за которого, собственно, ему и пришлось поучаствовать в этом шоу, он вообще появился только там, и все. Вообще, даже ни упоминания о нем не было, ничего. Короче, концовка недоделанная, не проработанная. Надо было финальный ролик нормальный снять и показать. Как они там выиграли новую квартиру, вообще, как выглядит эта квартира. Ну, а так, ну, игрушка... Я даже не знаю. Что бы ей поставить? Поставим плюсик. До галочки не дотягивает, конечно. Плюсик это у нас 4 из 5. Так-то пакости не очень-то смешные. А местами даже какие-то тупые, вообще непонятные. Зачем вы их вообще сюда ввели? Но плюс, эта игра отличается от других клонов КДССР тем, что она уникальная. Здесь... Вообще другой вид камер, там вид сверху, ну как, даже не совсем сверху, а по диагонали вниз. И это вообще не как в других КДССР, тут вообще это очень необычно и прикольно. Ну и игра за разных персонажей, вот 33 квадратных метра, что по его сериалу сделано, это тоже интересно. Особенно для фанатов, может быть, кому-то понравится. Ну а так побольше... По мнению многих пользователей, это шлак. По мнению многих других пользователей, игра довольно прикольная. Ну, в общем, на сегодня все. С вас, Игорь, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, господи, ВКонтакте. Всем пока.